и каждый день. Они, у них ничего нету, заречивы. Ну, я могу показать, даже вот на Ютубе они нападают больше всего. У меня здесь 9400 роликов, у них ни одного нету. Дальше. Клеветники. Вот уже 10. Бога-ненавистники. Бога ненавидят, терпеть не могут. Ну, вспомните, там Распутин, как он, ну, в этом... это надо в «Братьях Карамазовых» посмотреть. Там Ракитин, кажется, был. Ой, говорит, как Бога ненавидит. Там Митенька-то говорил. Ну, Карамазов. Ой, как ненавидит. Алешка-то я про него узнал. Говорит, как он ненавидит. Да и Митя говорил. То предал и Бог превратному уму. Превратному. Обидчики. Самохвалы. Горды. Изобретатели на зло. Непослушны родителям. Безрассудны. Вероломны. Нелюбовны. 20. Непримиривы, немилостивы, 22 раза, 22 греха, 22 барьера, 22 ямы пропасти. Они знают праведный суд Божий? Так они не знают, Нью-Йорк. Нет, знают. Знают. Бог справедлив, а раз здесь не наказывает, значит, где-то в другом месте. А где? После смерти. Что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делает, но и делающих одобряет. В Китае их передадут, Китай расстреляет. У Китая власть-то другая. Коррупционеров расстреливают. Сразу убирают. Вот. Так, я хотел это показать. Сейчас, наверное, уже закончилось здесь. Так, посмотрю. Ну, вот обработка завершена. Это я поставил сегодня ролик. Не спешите меня хоронить. Вот это я дальше вставил. Виктор поет. Мой язык, если в правде привык, ну а если неправда найдется, и за мысли мои не любил ли кривых от рождения и до погоста. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. За развратные мысли по числам, по часам и минутам припомня, верил в жертву Христа или был атеистом, жил невенчанно или законно. Погодите судить, я не умер еще, судят недруги, лают нахально. Перед вами живыми давать мне отчет перед страшной дорогою дальней. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Если вы мне простите грехи, истребите долги и сожжете, вам на память оставлю гнилые мехи, проводите их с малым почетом. Схороните меня в сапогах, в моей робе тюремной заплатах. В них прошел я Чечню, Карабах, всех мирил со Христом не за плату. В них прошел я Чечню, Карабах, всех мирил со Христом не за плату. Поддержите молитвой мой путь не окончен, враг плотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно из псалтыри, из тысячи ружей. Поддержите молитвой мой путь не
не кончен, враг плотную насядет окружи. Бейте только прицельно и точно, из псалтырей, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно, из псалтырей, из тысячи ружей. И вот смотри, вначале о чем говорить. И как Господь все это показывает. Вот я заказываю свой богатейший видеоканал. Ну, 9400 только видеороликов. Вот. И всюду и везде говорится о Христе, о Боге. Я был бы неверующим, ну что тут, только вспоминал глупости всякие. Тут один говорит, тут показывает даже в интернете. Там какой-то такой возбудитель дают. У нас дед 37-60 лет, ему вот эту там виагру дали, так он как жеребец молодой, блудец привозит ему. Ужас. Люди молятся, чтобы исчезла похоть. Здесь наоборот. Все, уходит, ничего нет, он злится. И один даже написал, а или одна там это, как говорят, путана. Приехал, а он, ну ничего же нету. Он тогда попросил в банку, чтобы она помочилась и выпил ее. Вот это да. Вот, наверное, захмелел старикашка-то. Почему? Блуд, все победивший. И он никому не нужен, и все это понимают. А здесь ночью встал на молитву, днем 7 раз. Так это еще и дела какие-то и все время. А у них ничего нету. Поэтому быть верующим, тем более быть христианином, и тем более православным, выше этого счастья нету. Нам Бог дал это счастье. Я благодарю Бога за сегодняшний день. Сегодня у нас 25 января 2018 года, четверг. Богу нашему слава!